Короткая песня для туалета, что ли? Может, перерывайте с нами? Расстроился артист. На мертвый вентилятор посмотрел и так с грустью. И вот почему. Потому что следующая песня именно про то, что с нами сейчас творится. Про то, что мы любим поругать, как жарко, боже мой, я не могу. Можем, лето не так часто. И мы ждем его. У меня фотосессия потом. Володя, столько сделал фотографий, мог бы посидеть уже и послушать просто. Ну или скачать из интернета и подписать. Эксклюзивчик, видите ли. Дай тоже отдохнуть. На кого направлены камеры? Это хорошо. Недаром лето это хорошо.